Привет, мифаны! Меня зовут Турбенти, вы находитесь на канале Xiaomi Russia. Как многие из вас уже заметили, наступили холода. И что обычно нас согревает, когда холодно? Горячий шоколад, теплый свитер, любовь родных и близких. Верно, но появилось кое-что еще, что будет согревать наши души. Друзья, компания Xiaomi представляет новый смартфон. Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. И у меня для вас небольшой интерактивчик. Напишите в комментариях, что может обозначать буква Т. Вот эта самая буква Т в названии смартфона. Лично мне кажется, что это вполне может быть турбо. Что ж, друзья, предлагаю переходить к распаковке смартфона. Вот мы переместились за наш распаковочный стол. У меня в руках смартфон Xiaomi Mi 10T Pro. И очень круто выглядит упаковка. Черно-золотая добавляет такой премиальности данному смартфону. Здесь нас встречает, естественно, конвертик, который мы отложим немножечко в сторону. Ну и сам смартфон, естественно. Вот так вот он выглядит сзади. К цвету мы чуть попозже еще перейдем. Здесь у нас модуль камеры, основная на 108 мегапикселей, две дополнительные, вспышка и сенсор освещения. Давайте снимем пленку и посмотрим, как он выглядит без нее. Друзья, я уже вижу, что цвет бомбический. Там вы можете видеть немножечко меня. Я молчу, но разговариваю. Это я умею. Вот так вот он выглядит сзади. Друзья, матовая поверхность с отражающим эффектом. Я не знаю, как точно это правильно дело все называется. Но если вы увидите его вживую, вы просто, я думаю, офигеете. Через камеру, конечно, это не передается. Так, смотрим, что у нас в конвертике. Здесь, естественно, скрепочка. Переходник USB Type-C на 3,5 мм. Различная документация. Потом прочтем. И чехольчик, силиконовый чехольчик. В этот раз с надписью Xiaomi. И с небольшой матовой такой поверхностью. Так, что у нас дальше? USB кабель. И блок питания на 33 ватта с таким вот оранжевым разъемом. Давайте еще взглянем на телефон. Сбоку у нас находится сканер отпечатка пальцев. Как вы можете заметить, нижняя грань не совсем закругленная, а немножечко угловатая. Так же, в принципе, как и верхняя. Выглядит это прикольно. И сами грани в таком металлике, серебряном металлике, тоже выглядит очень круто. Вот лично мне дизайн очень зашел. Если сравнивать с тем же Mi 10, этот мне понравился в разы больше. И еще немножечко посмотрим на цвет. Вот так вот он играет на свету. А на отпечатки пальцев не обращайте внимания, это моя особенность организма. Что ж, друзья, вот мы и распаковали смартфон. Я не перестаю восхищаться его цветом. Он очень круто переливается, матовый. В общем, пока вы вживую не увидите, вы не поймете всех этих ощущений. И очень круто на самом деле выглядит модуль камеры. То есть, как вы видите, основная камера на 108 мегапикселей прям выделяется. Ниже еще у нас две камеры, сенсор освещения и вспышка. Так что, вот так, друзья. Давайте сделаю себя немножечко поярче. И давайте мы с вами перейдем к характеристикам данного смартфона. Чехол, кстати, тоже очень приятный, такой матовый. Нравится. Итак, друзья, процессор топовый 8-ядерный Snapdragon 865. Оперативная память 8 гигабайт, встроенная память 128 и 256 гигабайт. А теперь камеры. Я вам их уже показал, но давайте поговорим о них немножечко подробнее. Камера тройная, основной модуль на 108 мегапикселей. И две дополнительные камеры, широкоугольная и макрокамера. Также есть вспышка и датчик освещения. Фронтальная же камера на 20 мегапикселей. Аккумулятор получил емкость 5000 мАч. Также смартфон получил быструю зарядку на 33 Вт. Сканер отпечатка пальца находится сбоку смартфона. Он встроен в кнопку питания. Экран 6,67 дюйма. Частота обновления 144 Гц. Стекло Gorilla Glass 5. Официальная стоимость смартфона Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro вы видите сейчас на экране. Ну а с вами был Турбенти. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Всем удачи и всем пока.